28opt.ru. Крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России. Привет, мои дорогие друзья! И сегодня я наконец-таки развею тайну, касаемую званого ужина. Почему же я был там, почему меня выгнали и почему все так произошло? Здрасте. А Станислав, халяву здесь снимать? Вот это поворот! Привет! Привет! Как ты нас нашел? В интернете прочитал объявление. Садись, присаживайся. Неожиданный поворот на самом деле. Вот, я тут про званый ужин рассказывать начал, ну да ладно. То есть, а ты вот в таком вот виде, да? Ты прости меня за прямоту, ботаник пришел ко мне сейчас и хочешь участвовать в этом адском трэше. Сатаняша. То есть это то, что ты хочешь получить. Да. Правила знаешь? Поверь. Кубик кидаешь, выбираем место. Так, цифра 6. Сейчас я достану вашу памятку. Так, цифра 6. Нога. Какую часть ноги отдашь под растерзание? Ага. Теперь надо подумать, какой бы ад тебе замутить. Первым буду я. Тоже неплохая девочка. Так вот. Так, значит, смотри, это будет цифра 1. Забиваем меня. Девочка, срущая бабочками, птичками, это будет цифра 2. Цифра 3 пусть будет твой эскиз. Цифра 4 мы оденем мне. Кстати, мы только купили его, нам задонатили деньжат, ребятки. Спасибо, кстати, пацаны. В конце выпуска мы напишем о вас, вы молодцы. Так вот, эти чуваки задонатили бабла, мы купили ошейник для собак, электрошокер, который, собственно, я одену. Дадим в руки, не знаю, ну вот у нас бача-помощница сидит. Вот, бача, помаши ручкой. Вот, дадим бачи, она будет сидеть и херачить, мстить мне электрошокером, и я буду при этом бить твой же эскиз. Это была цифра 4. А цифра 5. А пусть бача, коли она пошла, тогда бача пусть фрихендом тебе навалит какого-нибудь говнеца. Это будет цифра 5. Цифра 6. Мы берем сейчас тачку, мы делаем тебе трансфер на ногу, заходим в газель на остановке. И пока мы едем до конечной, мы тебе валим. И что успеем, то успеем. Ты согласен? А докуда едем? Ну, ты конечный. Согласен. Вот фрик. Кидай кубик. Надеюсь, твое попадет. Опачки, пятерочка. Пятерочку поймал. Батя, готовь инструмент. Сегодня я отдыхаю. Давай, друг, батя, раздевайся. Илюш, мы готовы. Иди оцени. Вот что значит художественное образование. Чувак, ты доволен? Просто нет слов. Ну просто, как бы она художник, она так видит. Карандаш как бы радует точилку. Очень радует, дарит счастье. Ну я бы себе такое не сделал, конечно. Как на вкус халява, начало вот, давай вот так. Не сладкое. Нормально. Поехали! Ты сидишь мертвый, никакой. Ты знаешь, что тебе режиссер званого ужина сказал? Я пошел на... Гонорар, блядь, не получишь. Иди отсюда, блядь. Ты почему сидишь и не делаешь ему больно? Почему ты так ровно делаешь? Кто тут, блядь, начальник? Я тут, блядь, начальник. Без блядь. Я тут начальник. Вырежьте потом это. Вот. Делай кривее. Ты видела, как я Пикачу делал? Вот Пикачу была тема. А это что? Вот что? Дорогой зритель, нравится ли тебе вот это вот говно? Вот доверил называется. Доверил несладкую халяву, блин, стажерам, ёпта. Разжалую. Кого? Уборщица. Сука. Ебалка, щенок. Ты что, привет? Привет, а как делать-то? Дай перчатку. Есть, кстати, распространенный прикол. Это для подписчиков, у которых друзья только набили татуировку. Ну, как правило, татуировка свеженабитая, она замотана. Просто подходишь к другу. О, друг. Я остается вот такой след. Дай-ка. Нажми.
Еще какашку. Нет, не трогай. Не надо какашку. Не трогай. Не надо какашку. Стой, стой. Сейчас. Ой, красота. Ой, какашоночка. Держи. Дальше сама ебашь. А, стой. Ой, мистер зло. Ах, уехал наш автобус. Бач. Да. А что будет, если татуировку перекиси водорода облить? Будет хуёво. А, видимо, так не стоит делать. Вообще не стоит делать. Кажется, она вся осталась непростым. Работает. Спасибо. Твори искусство. Это кактус. Сука, какашка осталась. Кстати, чуваки, на тему доната. Нам уже, ну, нас два человечка порадовали. Дмитрий Андроник. Прям вообще красава, братан. Прям. Вот. И Александр Гаврюшин. Саня Гаврюшин тоже прям респект, пацаны. И, кстати, каждый выпуск, вот кто нам будет донатить немножечко на развитие канала, вот, кстати, как видите, у меня петличка появилась теперь. Вот, мы будем вас отмечать и говорить вам чисто по-человечески спасибо по ситуации. А вы уже все, давай, заматывай его, идите отсюда, мне неинтересно это все. Давно какое. Эх, варежки нет, вообще. Бачный.